Приветствую вас, друзья! Это вторая часть видео заказа по каталогу номер 17. Период его действия с 28 ноября по 17 декабря. Я бы посоветовала посмотреть все-таки сначала первую часть, если вы ее не видели. Там я показала вот все помады, оттенки помад. И, ну, вообще весь заказ. Но, к сожалению, у меня видео прервалось, поэтому я вынуждена записать вторую часть. Остановилась я на аппарате Skin Pro, который есть у меня в заказе. Он со скидкой в этом каталоге, вот в такой коробке он приходит. И этот аппарат со скидкой бывает очень редко. В течение года, наверное, не больше двух раз. Вот сейчас в этом каталоге этот аппарат со скидкой. Если вы давно задумывались о приобретении этого аппарата, самое время его заказать. А я вам расскажу, что же входит в набор вместе с этим аппаратом. Значит, сам, во-первых, аппарат. Это звуковая технология. Это аппарат предназначен для очищения, скрабирования и массажирования лица. Лично я приобрела его, у меня есть такой аппарат, я им пользуюсь уже 4 года, очень довольна. Вот сюда вот вставляются две батарейки, обычные, пальчиковые, среднего размера. И есть режим. Три режима скорости. Первый режим – это кнопочка, мы нажимаем, и через каждую минуту он, значит, подает определенный сигнал, останавливается и по новой включается. Это значит, что нужно перейти на другую зону лица. Меня этот аппарат, вот этот режим немножко, не немножко, а множко напрягает. То есть я как бы все время жду, вот сейчас он остановится. Мне не нравится он, я им не пользуюсь. А следующие два режима вот на этой кнопке, это помедленнее и побыстрее. Смотря какую зону я массажирую либо скрабирую, я использую побыстрее или помедленнее, зависит от этого. Значит, сейчас насадка на этом аппарате для очищения лица, она очень мягкая и наносится гель для очищения лица либо крем для очищения лица на саму, значит, увлажненную вот эту насадку, и вибрирующими движениями мы проходимся по лицу. Ощущение, как будто ничего не происходит, что он очень-очень мягкий, ну, сам вот насадка мягкая, и ощущения первые такие, что кажется, ну, какое же это очищение, это просто какое-то поглаживание лица, и все. Но когда, я, естественно, свой опыт рассказываю, когда я умылась впервые, я поняла, насколько мое лицо чистое, просто выбиты поры, выбиты. Так как это звуковой эффект, то есть он вот таким вот каким-то вот макаром работает, не просто вот круговыми, физически круговыми движениями, а именно вот звуковыми. И просто выбивает поры, выбивает, вычищает идеально чистое лицо. Эта насадка меняется на другую насадку легким движением руки. Вот так. И мы можем одеть следующую насадку. Она силиконовая. Силиконовая. Она для скрабирования лица. Лично для меня, то есть это настолько эффективный аппарат, это салонная процедура у вас дома. И лично для меня вот эта вот насадка, она очень, как сказать, агрессивная, что ли, скажем так. И поэтому я использую ее не часто. Я использую ее даже реже, чем раз в месяц. Ну, скажем, раз в месяц, да, не чаще. Настолько хорошо скрабирует. То есть, если у вас кожа толстая, пористая, то вот прямо это для вас насадка. У меня просто кожа, знаете, какая чувствительная, чувствительная, и вот после, как будто просто снимается слой кожи. Вот такое ощущение. Я думаю, что для какого-то типа кожи это идеально. Лично для меня, как я уже сказала, я использую не часто. И даже вот эту вот насадку для очищения я использую не чаще раза в неделю. Моей коже
Вот именно вот такой режим подходит. Дальше, следующая насадка, ради которой я и приобрела этот аппарат, это металлическая насадка для массажа лица. Вот этой насадкой я пользуюсь очень часто. Каждый день у меня не получается, но когда я свободна утром, после того, как я умылась, нанесла, значит, весь уход свой дневной, и я массажирую лицо. И вы знаете, эффект вот просто моментальный, моментальный. Каким чудом это происходит, я не могу вам объяснить. Но настолько лицо, кожа подтягивается, лимфооток улучшается, и вот становится совершенно другое лицо, как до массажа и после массажа. Меня эта насадка просто удовлетворяет на все 200%. Я еще раз повторюсь, это салонная процедура у вас дома, то есть стоящий аппарат, который обязательно стоит приобрести. Также хочу сказать, что этот аппарат водонепроницаемый. Это значит, что вы можете использовать его в душе. Во время принятия душа, допустим, почистить лицо, я считаю, это очень, очень даже удобно. Также есть подставка у этого аппарата. Ну, вообще, вот очень удобно, приятно держать в руке и очень хорошо держится на подставочке, то есть стоит в вашем шкафчике, в ванной, на подставке очень удобно, красиво. И, в общем, это тот девайс, который я рекомендую к покупке. Рекомендую от души, просто моя рекомендация. Так, ну тут еще в первой части я показала, и потом у меня прервалось видео, что есть инструкция, нужно ее ознакомиться с ней. И также хочу показать вам помаду, которую я нанесла в первой части видео. Это помада Jordan Gold. Я когда наносила, также уточняла код продукта. То есть вот так выглядит эта помада. И вот так выглядят сводчи. Я повторю, что в первой части видео вы можете посмотреть и коды. Если вас какой-то оттенок заинтересовал, вы можете посмотреть код этой помады. Конечно, освещение не идеальное, я, в общем-то, это осознаю, но вот, ну, хотя бы так, вот посмотреть примерный оттенок помады. Ну что же, прошло время после того, как я нанесла. При нанесении эта помада выглядит как шелковистая, блестящая помада. Но со временем она, значит, становится слегка пудрова, так, в общем, другого качества, другой консистенции, скажем так, да, и она становится, посмотрите, стойкой. То есть вот так я делаю, на немножко слегка оттенок отпечатывается, но не вот смотрите. Возможно, если нанести более тонким слоем и еще подольше подержать. Ну, в общем, это та помада, которую хорошо наносить как на вечерний макияж, потому что она будет держаться весь вечер. Ну и, возможно, также и в течение дня на работу, почему нет, куда-то в офис, ну почему нет. Ну, в общем, вот, вы видите, что она стойкая. Я делаю довольно-таки интенсивные движения, не размазываю особо, но вот, вы видите, помада на месте, ну, слегка перед. Если начать размазывать, то она тоже с трудом. Она видите, размазывается, но не так уж и легко. В общем, это стойкая помада, стоящая помада, как все продукты Jordan Gold. И она со скидкой в этом каталоге. Все оттенки есть на складе, и вы можете выбрать для себя подходящий. Также в моем заказе, конечно же, будущий каталог. Будущий каталог, он действует, это 18-й, с 19 декабря по 7 января, то есть переходит на следующий год.
Если это видео было для вас полезно и интересно, я прошу, пожалуйста, ставьте лайк. Для меня имеет это огромное значение для продвижения моего канала, для продвижения этого видео. Вам ничего не стоит. Также пишите ваши вопросы, если они есть. Если вам лень писать какой-то вопрос и комментарий, просто поставьте смайлик в комментарии. Я буду вам благодарна от души за ваше внимание. Если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Также смотрите первую часть. Спасибо за внимание. Всем желаю мирной, мирной зимы и хорошего самочувствия, хорошего здоровья, мирного неба и всего самого наилучшего. Всех обнимаю.